Joel Cola, E. David, E. Page Turner наш, маленький Жорик. Big hand for the Page Turner. Сейчас наша последняя сцена называется «Дружок». Может быть, вы все знакомы с собачкой «Дружком». Это, в общем, на эту тему мы поставили сцену. Молодец, дружок. Это такой умный пес. Знаешь, что мы его везем тайком? Вот и поехали. Тетя Маленькая, ну придите сюда, ведь мечта есть. Я подсяду с тетей Надечкой, а пусть дядечка Федечка сядет рядом с мальчиками. Аля, перестань тянуть. Оставь. Говори после своего. Не шуми так, Леночка. Сядь, держи микрофон. Ой, как хорошо. За мной все тетеньки сидят. Ой, за мной все дяденьки сидят. Летит кипит, колдовая.
читать, какие-то фильмы. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленной в неволе орел молодой. Вот ведь тебе засадут куда-нибудь, чтоб ты не портил людям нервы. Тиха украинская дочь, прозрачно небо, звезды блещут, своей тревоги кривозвуч не хочет воздух. Чуб трепещут серебристые втопали листы. О, на Украину попал, куда ты еще залетел? Кавказ надо мною, один в машине, стою над снегами Украины стрепнины, орёс отдаленный, поднявшись с вершины, парит неподвижно собой на ровне. Всю твою вселенную проехал, нигде я, милый, не нашел. А ты что, какие-то песни читаешь? А я виноват, что Мишка все стихи перечитал. Головайся моя удалая, долго будет тебя и носить. Нет, братья, если так будешь, то и мать все свои стихами тебе сносит тебе головы. Встаньте одно, все вылезать. Смотри, довезли, дружка. Смотри, когда не надо вот молчить, а когда надо было молчать, все на раму скулил. Надо посмотреть, может он там задохнулся. Что это? Куда же дружок делся? Стой, так это не наш чемодан. Верно, в нашем чемодане были деньги. Там даже серебряный, этот черный какой-то. Ах, Ерезия! Схватил чужой чемодан. Наверное, его взял тут дядечка Федечка. Бежим скорее, может быть, мы его догоним. Стойте, дядя Федя! Спасибо за ваше внимание. Наша елка кончилась.